В рот закрепело, в рот пошло, вроде бы вообще раз не забыл нажать на нужную кнопку для того, чтобы произвести запись. Так, вылезай, придурок. Так. Потому что иногда бывает, бывает, что просто начал игру и просто тупо забыл нажать на запись, и она просто в тупую вылетает в трубу. Итак, мы находимся в забытых кладовых. Это ж... Бабах, рассыпался. Эй, брысь. Брысь все. Ничего не понял. Кто механик, выскочил. Я думал, до нее пехать и пехать еще наш. Как бы нужно. Ты как думаешь? Ну, куда пошла? Кошки гуляют сами по себе. Итак, мы что мы вообще в итоге победите механика и затем поговорите со стражем воздуха в Зере Фэше. Да. В общем-то, как бы, не успел я, грубо говоря, испугаться, а уже, как бы, катался, а тут на тебе. Так, какая тут вот фигня, страж, супер-мега-защита, так понимаю. Нафиг не нужна. Это все для варвара. Варвара. Все это один. Так, это убираем. Это тоже убираем. Итак, посмотрим, что у нас тут. Насчет вау, у нас и big case. Перчатка загадочная. Назвали же загадочные перчатки. Хорошо, класс. Без загадочные перчатки. Посмотрим, что за загадочные перчатки. Что же это за загадочные перчатки? Ну, в общем-то, я бы сказал, что как бы так довольно-таки
Ну вот смотрите, посмотрим на вот то, что 27 единиц физурона отражается, плюс из брони, это очень хорошо. Вот, два нюанса. А защита от огня, это в принципе фигня. Но вот посмотрим, разница, как бы, на то, что в перчатках повелителя Рон идет как бы 12 запасу здоровья процентов, а тут 252 к запасу здоровья. Вот, кстати, да. То есть, что в данный момент у нас идет, как бы, то есть 12% или 252, короче. Ну, конечно, я думаю, что 252 будет в данный момент, мне кажется, что 22-29. Сейчас сравним, сейчас посмотрим. На самом деле, может быть, я ошибаюсь, но 22-29. Да, я немножко ошибся. Здесь в процентном соотношении. Да, эти перчатки повелителя Рон немножко проиграли. Странно, почему? Ну, 12%, наверное, это, в общем-то. Нет, чем больше, мне было 10 тысяч, здоровье 12% сыграло бы намного больше, чем плюс 252. Вот. Ладно, я их пока их оставлю, потому что довольно-таки неплохие, неплохой показатель с севера Аркас отражается 27 единиц физического урона, плюс 2 пустых оправы ячеек. Это может, в принципе, туда можно воткнуть камни, которые будут, в общем-то, ну, в общем-то, довольно-таки неплохо нам в дальнейшем, как бы, если мы найдем, кстати, да, 12 запас здоровья — это одно, а если мы найдем красные камушки, вот такие вот, но только красные, и воткнем сюда, то будет и запас здоровья отражаться, и, в общем-то, будет установление здоровья. Так что, в общем-то, я как бы не сказал, что мы особо, в общем-то, проиграли в том, что заменили эту на это. У нас, в общем-то, получается, что, как бы, ну, с этими броня немножко лучше и так далее. А вот, в дальнейшем мы, это что у нас, это у нас 131 и так далее. Так, ну, на этот раз, на самом деле, я уже вполне работаю уже с секундомером, со временем и так далее.
Ну и тому подобное. Эта фишка, она просто вот это вот перчатки, они просто могут быть иногда, ну, в будущем может быть пригодиться. Итак, что у нас здесь в данный момент? У нас задача поговорить со стражем воздуха в Зерифреже. То есть нам нужно вернуться вот этот Зерифреж, который где-то наверху. А тут есть какие-нибудь сундуки еще интересные, которые чем-нибудь поинтереснее бы, нет. Ладно, вертаемся обратно. Получается, вот там тут подсказка. Это с ним она поговорит, что ли? Или с кем? Стража? Ну, наверное. А что говорит? Путали хитрыми маги темной. Блина королева безвольной пешкой должно ей стать. Завести вражью ради за собой на бой. Перестать быть. Какой кошмар вообще. Не, ну ребят, конечно, поработали насчет перевода и так далее. Может быть. Ну, я бы. А так что, уже можно или что? Где мы? То, что дайте мне. Что, опять куда-то нужно пылить? Где моя награда, твою мать? Дай мне мой пулемет. Он сказал, что, блин, оказывается, что получается, что нам нужно двигаться вот в другую точку. Ладно, двигаемся в другую точку. То есть нам нужно сделать что? Я же механика победил, говорит страж воздуха. Загадка сфинкса, он хитрый, падла. Он постоянно будет мозг уносить своими загадками. Не, давайте сходим, прогуляемся в Зерифреж. Да нет, в общем-то, я думаю, пока. Тут Зил может убрать. Что? Так. Страж воздух. All the world's magic. Our only recourse
the Latavent may be to destroy the Guardian. There might still be hope if we can find a way to free the Guardian from Ezreal control. We can save Zeresh and the Lord. Ничего не понял. Так, еще раз. Ага, то есть получается, мы все-таки с этим стражем встретились, и у него мы можем взять эту награду. Так, либо пушку, либо что-то. Ага. Нам нужно отправиться в соляные пустоши, чтобы найти там Фазира Шаха, убить его, помочь освободить стража. Хорошо. У нас появился новый квест. Новое задание. Итак, посмотрим, что мы... А у нас, кстати, появился на экране, как вы видите, новый персонаж, который может нам дать еще один квест. Соляные пустоши, на север, куча ульев и... Ну, ладно. Чем бы и нет. А, теперь, я думаю, нам нужно подумать о чем. Подумать о том, что... Так, посмотрим сначала, что у нас за... Пулемет такой появился. И попробуем его как бы модифицировать. Модифицировать у нас его как бы не получится. То есть какой-то... Ну, посмотрим, посмотрим. Так, где у нас персонаж? Урон. У нас урон от оружия получается пока 353. С этим у нас... Фига себе! Смотрите,
195-353, если эту пушку повесим, у нас урон получается где-то в полтора раза выше. Ну, я думаю, почему бы и нет. Почему? Окей. Right. Я просто, блин, хотел сходить, наверное, вот к этому персонажу, который будет что-нибудь на эту пушку посадить. Как бросаем. Ослепить максимально. Ну, но смотрится внушительно. Смотрится внушительно. Так. Ну и что? Дай мне забрать. А вот она. А восполняется 15,6 в секунду здоровья. Довольно-таки интересно. Довольно-таки интересно, вот именно эти кровавые амбериты. И никогда не знаешь, из чего их вообще они появляются. А вот я, кстати, и думал о том, что бы не по что-то немного на самом деле насчет этих честно говоря, я не знаю, вот именно что варить, из чего и чем вообще, из чего можно сотворить. Давайте попробуем. Чем бы нет. Тут у нас получается глаза поглупаем и посмотрим, что у нас уже получится. Что-то получилось, что непонятно. Получилось.
так. Fortune smiles upon you. Ага. Ни хрена ничего не получилось. А если так, то я уже все. Получилась вот такая фигня. Полная фигня. Хотя не совсем полная, но по крайней мере ладно, будем знать, что идеи. Так, где? Где что и почем? Hello, buddy. Так, продать все это нам нахрен не нужно тоже. В бане. Перчатки Роун. У нас тут. Не получилось у нас найти как бы кровавый амбирит более качественного, и он у них не продается. Да, у него их как бы нет. Вот этот персонаж, в общем-то, как получается, тоже того, что нам надо, у него тоже как бы нет игрока, не знаю. Ну, давайте сыграем. Today only. Давайте сыграем. На что? Да вот видишь, нету нифига ничего для тебя. На ожерелье. Я не думаю, что оно. Это какая-нибудь виселка вот такая вот. Оружие тоже. Ну ладно. Один раз можно попробовать. Почему-то мне понравилось, как оно выглядит. Поезд, да ну нафиг. Ну ладно. Купил за 2000. Класс.
Вот почему я не люблю его и с этими... Так, ладно. А у нас... Что у нас впереди? У нас впереди... Тридцать, офигеть. Нам нужно еще до этого уровня, в общем-то, добежать, допрыгать. Ну попробуем. Ну, в общем-то, недалеко до этого уровня. Как бы так. Дед, лентяй. Ребята, вот зачем нужен этот робот-артиллерист. Ее хватает ненадолго, но как бы хватает на то, чтобы просто тупо мочить, блин. Это все гнище. Кстати, откуда она идет? Надо знать, откуда она идет, потому что она не просто откуда-то выскакивает, скорее всего. Они же не просто так идут откуда-то. Они идут, наверное, откуда-то. Да, пришли мы в этот пустующий квартал. У нас цель
встретиться с Джином. Пропавший этот Зараф. Да, кстати. Прикольный чувак. Ну и где этот персонаж? Да, было весело.